предложение сегодняшнего дня – это остеомедфорты, созданные компанией Парафарм, который имеет 550 патентов, причем мирового уровня. Таким количеством не может похвастаться ни один бренд, не только российский, но и зарубежный. Сейчас дачный сезон, он продолжается, и мы нагружаем свои суставы, опорно-двигательный аппарат подвергается особой нагрузке. Если вы еще не почувствовали, как ваши кости закричали о помощи, все еще может случиться. Сегодня мы представляем уникальную разработку, которую вы можете найти только у бренда Парафарм. Это Остеомед Форте, который, кстати, входит в список 100 лучших изобретений России. Две упаковки вы получаете и восполняете недостаток полезных, необходимых веществ для крепости ваших суставов и костей. Главный человек компании Парафарм, основатель компании, генеральный директор Дмитрий Геннадьевич Элистратов сегодня приехал к нам. Расскажите о вашей особой миссии и уникальности бренда. Да, вот препарат Остеомед Форте был создан в 2009 году российскими учеными. Главный вот изобретатель – это наш профессор Струков Вилорий Иванович. Ему в этом году 86 лет исполнилось. Mm-hmm. Он более 50 лет исследовал костную ткань. И он дал ответы на те вопросы, которые мучили пациентов, которые мучили врачей, и на которые мы сейчас дали ответы. Это первое. Почему артриты и артрозы развиваются одновременно с остеопорозом? С одной стороны, говорят о недостатке кальция, с другой стороны, артрозы, наросты на костной ткани, которые ограничивают подвижность суставов. Кардиологи кричат и принимают блокаторы кальциевых каналов, когда говорят, что организм задыхается от кальция. А эндокринологи назначают препараты кальция D3 для того, чтобы избежать последствий остеопороза. И вот Вилорий Иванович Труков нашел ответы на эти вопросы. Он создал Остеомед Форте, который расшил все вот эти непонятки, которые были в лечении у пациентов. Он обнаружил, что костная ткань подвергается кариесу, точно так же, как и зубы. Эти полостные, он назвал их полостными образованиями. Некоторые врачи сейчас их описывают как кисты на аппаратах томографии или компьютерной томографии, рентгена. И вот он нашел то, что вот эти полостные образования, которые есть в костной ткани, они растут со временем. И по ним идут вот так вот переломы. Вот снимок полостного образования под микроскопом. Как видите, здесь нет ничего. То есть здесь нету ни клеток кости, нет ни кровеносной системы. То есть это пустоты, да, в костях. Это пустоты в костях. И здесь начинают скапливаться продукты жизнедеятельности организма. Здесь даже могут поселяться глисты, там, бактерии. И тогда возникают артриты у человека. Вот. И нужно закрыть вот это полостное образование и остановить развитие всех костных заболеваний, артритов, артрозов, пародонтита, пародонтоза, вот, остеопороза, который ведет к переломам. И был создан Остеомед Форте, который рождает вот в клетке костной ткани в этих полостных образованиях. За счет чего? За счет уникального компонента трутневого расплода, который вырастает. Вот идут вот процессы восстановления. Вот посмотрите, пациентка, вот полостные образования, вот скопление солей, когда она пыталась несколько лет лечиться препаратами кальция D3. Вот. И ей не помогло, перелом произошел. Вот она принимала наш Остеомед Форте. Через 6 месяцев идет рассасывание солей и закрытие полостных образований. То есть мы уходим от кальциноза аорты, мы восстанавливаем костную ткань. Вот это, ну, мировое открытие. Нашу правоту признала и Япония, и Америка, и Европа. Вот эти все у нас идет. Вот посмотрите наши возрастные пациенты. 86 лет. Вот полостное образование. Вот соли, которые женщина принимала, препараты кальция. Вот идет восстановление костной ткани. Вот Любовь Николаевна. Посмотрите, какие огромные полостные образования. То есть это вот, ну, человек стоит у края могилы, стоял, вернее. Вот. И вот после приема Остеомеда Форте у нее идет восстановление костной ткани. Вот посмотрите, говорю, на возраст пациентов. Многие фармкомпании такие пациентов даже не принимают исследования. Вилорий Иванович Струков, говорю, он человек советской закалки, он, ну, как вам сказать, болеет за вот это возрастное поколение, потому что это наша память, это наше, как вам сказать, ну, это наше все. То есть чем, конечно, дольше они живут, тем лучше. Вот.
для нашего общества. Конечно, и тем более, что часто врачи традиционной медицины отказываются от таких возрастных пациентов. Внимание, сегодня таблетки Остеомед Форте. Вы получаете со скидкой всего за 1799 рублей. Здесь две упаковки, хватит на 2 месяца. Принимаем по 2 таблеточки под язык, и вы получаете всего за 1799 рублей. Натуральные, абсолютно не имеют никаких побочных действий и противопоказаний. А при заказе 2 любых двойных наборов вы получаете в подарок еще мезивит для пищеварения. Набирайте наш номер телефона. Признанный натуральный продукт, который признан в России и за пределами России тоже. И сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин наградил медалью за вклад в здоровье России и за то, что восстановили наших олимпийцев после олимпийских и подготовка к Олимпийским играм. И, конечно, я благодарна бренду Parafarm, который представляет у нас наш опен-шоу, такой уникальный продукт. Вообще, по поводу остеопороза. Вот у моих друзей бабушка сломала... Осенью она сломала руку. Очень долго восстанавливалась, были жуткие боли. То есть ей вообще врач сказал, ей 73 года, говорит, ой, вы не ждите, чтобы было быстро. Самое ужасное, что она в конце зимы сломала ногу. То есть представьте себе, у нее уже перелом за переломом. И она стала принимать остеомед, я уже им посоветовала. Восстановление пошло уже значительно быстрее. Как работает остеомед Форте? Он восстанавливает морфологию костной ткани, восстанавливает вот эти балочки и... Поэтому у нас нет перелома. То есть, если самое там страшное, это перелом вот, торбикулярной кости. Торбикулярная кость похожа на Эйфелеву башню. Это если есть там, вот как вдруг пролетают снаряды через Эйфелеву башню, вот эти полостные образования образуются, вот по ним идут в дальнейшем переломы. Остеомед Форте восстанавливает морфологию костной ткани, восстанавливает кровеносную систему и останавливает развитие артритов, артрозов, пародонтита, пародонтоза, ускоряет сращивание переломов, укрепляет мышечную ткань. Вот я недавно, мне, говорю, звонила пациентка, 29-го года рождения. Ого, вот, какая понимаете как? Молодец. Вот она с самого начала, вот она принимала с 2009 года остеомед Форте. И вот она высказывалась, говорит, вот, и говорит, у меня минус 3% падения костной ткани. Мы когда стали с ней разбираться, оказывается, денситометры, они сами на 5% у них есть погрешность. Да. Вот. Во-вторых, она активна, она двигается на даче, она себя сама обслуживает. И то сколько есть, она, ей лет, этот, вы представляете? Ну вот я говорю, 94 года. И она вот этот... Да, вы представьте, хотите жить долго, быть активными, укрепить свои кости, предотвратить переломы, заказывайте прямо сейчас и будьте здоровы!